Всем привет, с вами Мистер Чейзер, вы смотрите мой жесплей канал, и я продолжаю проходить игрушку под названием Valkyria Chronicles 3. Так, давайте посмотрим, что у нас тут за событие такое дополнительное. Гусурк и Дахал. Так, Google переводчик, ты готов? Сейчас будем переводить. Капитан Дахал, я слышал, что вы отказали в запросе Борджия. Это правильно. Точнее, это верно. Не являемся ли мы теми, кто должны подчиняться приказам Борджии? Когда ты все еще был моим противником, однажды я показал тебе мою жену, ты помнишь? Я помню, она была имперкой, которая сражалась с вами, а позже умерла. Посмотри на это. Тогда она... Моя жена попросила держать эту фотографию в секрете. Ее улыбка превосходна. Когда она умирала, она сказала мне: «Выкуй страну для будущего. Дай нашим людям мир, где они могут быть счастливы». Я не помню, как переводится этот сентенс. Мир счастья. Это независимость. Слишком долго для моего сердца, ты понимаешь? Я понимаю сейчас, Дахал. Я преклоняюсь... как бы перед тобой и перед тобой за твою мечту. А знать тебя и сражаться за тебя — это большая честь. Я также счастлив, что я встретил человека, который так честно поддерживает меня. Я очень рад слышать это. Прощайте. Или как-то так. Дорога к независимости очень длинная, но я когда-то обязательно достигну ее. Ну, удачи, чувак. Вряд ли, конечно, это произойдет, но мало ли. Дахал, тебе стоит стать символом надежды в сердцах всех дарксанцев. Я уничтожу все грехи на твоей дороге к успеху. А я тебя уничтожу! Чертов гусурк, хренов предатель! Так, что у нас тут? Захватить вражеские базы, уничтожить... контейнеры поставки. Героический кит, а тут у нас противник. А тут у нас святой сорчер. Что это такое? Как это, кстати, переводится? Мне же интересно. Скорчер, лихач! Святой лихач! Черт возьми! Так, инженеры вражеские тут будут. Впервые я, кстати, их увижу, если я пойду сюда. Что тут надо? Захватите 3 вражеские базы. Не, давайте мы его лучше коробки завалим. И все. Это будет намного проще. Поехали. Это будет намного проще и быстрее. Я уже хочу пройти эту игру, а не наслаждаться сражениями, которые, если честно, поднадоели. Потому что они к концу игры абсолютно не блещут разнообразием. Даже более. Они абсолютно самокопирующиеся. Так, давай на позицию G тебя. А имка, наконец-таки, у нас тут появилась. Так, давай тебе еще Феликса. И Дейта. Потому что он у нас хорошие коробки ломает. Так, тут у нас никого нет, тут и коробок не будет. Так, южный банк. Тут у нас только танк, надо кого-то еще вызвать. Кого бы? Курта давай. Поехали. Тут у нас база, так что мы сможем кого-то, в принципе, вызвать к нам на помощь. Ну, в случае чего. Поехали. Ну, отлично, музыка со второй части. Все приготовления готовы, если да, то поехали.
Да, музыка со второй части. Так, не буду я там скалы ломать. Так, что у нас тут? Где наша коробка? Изи! Поехали. Сразу, просто сразу поехали. Так, знакомые локации. Ни капельки они не меняются. Даже не пытаются разработчики. Наверное, из-за ограничений PSP-шки они даже не пытались новые локации делать. Ну что, пока. Первый готов. Это было несложно. Так, давай-ка подумаем, нам куда дальше? Так, у нас башня, ни хрена себе. Так, отходи. На второй план. Если там башня, то нам надо было брать Кимку, но откуда я знал? Альфонс, иди сюда. Нам надо база. Нужна база, точнее. Нам надо база. Говорю, как не знаю. Человек, который русский язык первый раз в жизни увидел. Это перелаз жирный. Хотя этими перцами так сильно не коцают, что странно. И база не защищена. Что вообще с этой миссией не так? Чё она такая легкая? Так, парень, успокойся. Молодцом, последним патроном добил. Так, все, сиди на защите. Там партизан в кустах у нас заныкался. Да, поехали. У нас одно СП есть. Ну, в принципе, оно нам ничего не даст. Ну что, Имка, добро пожаловать назад в отряд. В одиночку сражаться, это херово. О, буст против брони. Надеюсь, ты добежишь до... сюда. Давай. Ну черт, у меня же буст против брони. Ну какого хрена, я не могу добежать, куда мне надо. Чтобы пальнуть. Хотя с такого расстояния вряд ли она бы снесла много здоровья. Мало ли. Попытаться попасть можно, в принципе. Давай. Отлично. Просто перфект. Пополнение патронов еще. Вообще читерский персонаж этот ас наш. Под именем Имка. О, элитный снайпер, привет. Давай мы тебя убьем. Ты ж у нас элитный. Элита. Вот и валяйся элитно на земле. Так, переходим в следующую локацию. Так, лагерь захвачен, все понятно. Феликс, ты нам не нужен, но давай походим. Ну, в принципе, не как бы ты нам нужен, но сейчас в данной ситуации ты нам абсолютно бесполезен, скажем так. Потому что, ну как бы, ну кайфа от тебя тут нет вообще. Только убей этого скаута элитного и все. А так больше тебе особо здесь заняться нечем. Так, дальше. Ага, и все так просто, как я погляжу, да? Сколько здоровья у этой двери? И где переключатель самое важное? Да вы же должно быть шутите! Типа, иди захватывай ту базу! Неудачник! Не просто так тут четвертую локацию сделали. Хитрые разработчики. Заставляют меня попотеть. Я думал, сейчас уже... О, берите какие-то. Я думал, я тут уже за первый ход все сделаю. Так, хватит по мне стрелять, ты козел. Говно, жопа, умри. Ты меня понял? Героически. Ага, ты у нас этот... Не шок-трупер, а как его там? А, я забыл, ганнер, да. Так, Риэла, убей его, пожалуй. Очень изысканным способом. Нет, ну это... Ну что за херня? Вот так-то лучше, давай, бум! Нуб-тюб. Ля, он жив, ах ты сволочь! Как же вы меня этим бесите, что вы выживаете, а? Козлы! Ладно, сиди на защите. Да, за один ход тут, видимо, все не сделать. Ага, и эту хрень тоже не сделать. У нас нет Construction Arm'а, придется бежать. Эми, давай, задача для тебя. Икимас, вперед! Так, резист буст, отличненько. Будешь меньше урона получать. Ну, по идее, ну, впитываешь, что очень хорошо, я хочу сказать. Я бы сказал, идеально ты впитываешь все. Так же даже помереть можно.
Вот черт, живее! Молодец! Я очень рад. Что ты жива? Тихо! Давайте здоровье пополним, а то я не хочу, чтобы ты пала. 6 хп, жесть! Эми, ты, конечно, далеко бегаешь, но очень у тебя мало хп. Очень! Надеюсь, сотни тебе хватит, чтобы выжить против этого чертова ганнера. А, ну да, сюда кого-то надо было бы вызвать. Ну ладно, тут уже, думаю, разберемся. Если они базу не заберут, то мы, в принципе, сможем назад ее отнять, я думаю. Хотя снайпер не должен так далеко ходить. Вот сука! Че ж ты так далеко ходишь? Ублюдок! Ладно, базу, если что, мы заберем. У нас тут этот, Феликс еще есть. Все нормально. Хотя не, имперцы более-менее подкачались. Они хорошо так урон стали прописывать. Себя вообще войска свои не прокачивал. Даже не представляю, как бы они сильно меня били бы. Насколько много урона бы они мне наносили. Добей эту сволочь. Он 100% будет сейчас хиляться еще, поэтому надо его валить как можно сильнее и насыщенней. Стоять, сука! Молодец, Риэла! Никто не уйдет от нашего правосудия. Так. Партизаны, пуф-пуф! Шел отсюда. Хватит там ползать. Ага, у нас базы все под контролем. Это самое важное. Привет. Альфонс, будешь стрелять, нет? Видимо, нет. Только отдачей. Тоже неплохо, в принципе. Так, все, сдавайся. Ну что ты тут пытаешься сделать? Давай сдавайся. Чертов имперец. Тебе не победить. А-а-а. Только не добивай Эми. Вот сволочь. Ягай! Эми. Да нет, тут надо было тебе так делать, Эми, а не имперцу. Что за хрень? А. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дружище, стреляй своего товарища. Да что такое? О, молодец, отлично получилось, мне нравится. Идеально. Сейчас Эми подхиляется, откроет ворота, и мы ее быстренько уберем отсюда. Хорошо. Все, сдавайся. Да сколько можно? Хотя база у нас не защищенная, вот это очень херово. Эми, наверное, сейчас добьют. Это мудила. Ложись! Эми, живи! Ради всего святого! Это жесть! Сейчас ты подхиляешься в конце этого хода. Нет! Хватит! Хватит! Эми, ложись! Нет! Сволочи! От суки! Я сейчас пойду и вас всех уничтожу, пидорасы. Простите за мой вульгарный русский, но... Я вас уничтожу! Нет, Дейт у нас не там пойдет. Эллиот, вперед! Настало твое время! Убить всех пидоров! И одну девочку зажали в переулке! Негодяи! Надо их покарать! Черт, далеко бежать, правда? Не, вряд ли Эллиот справится, ему далеко бежать, надо что-то веселее. Например... Да блин, что вы так все медленно передвигаетесь? Точнее, мало, ну что за жесть? Ну вот как вот такими вот солдатами вообще в подчинении, а? Стыдно, что они так мало перемещаются. Не бойся, Эми, Лейла тебя спасет. Мне нравится причинять боль другим. Вперед! Убейте всех! Тихо. От градки не откажетесь, судари! Я думаю, нет. Лови. Те.
Эми! Да блин, да что ж тебе не хватает перемещения? Что за жесть с этой чертовой игрой? Самая, наверное, не самая бесящая. Давай, эвакуируем ее. Ну, нажми ты на эту хреновую кнопку. А то проедешь остановку. Так, уходи. Hit and run. Так. Дедейт. Иди сюда. Кстати, заметили, что только самурай говорит, типа, о боже мой, я больше не буду сражаться из-за этого позора. А Эми нормально, типа, о, я упала в сражении, ну ничего страшного. Ич, Дэйд, вперед, вперед, раш. Ты должен в этом... Я говорил вам, как я люблю, когда мне звонят во время записи. Я перезвоню. Дайте мне миссию завершить, тут же панту и осталось. Давай, 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 давай. Готово. Можно и перезвонить. Мина, гукродата. Я ненавижу, когда мне звонят во время записи. Так, медалька новая. Поехали. Гусорг и Лидия. Внезапно, о чем вы хотите поговорить? Это интересно. Ну давайте разговор молвить. Раз вы так хотите. Ты действительно планируешь атаковать? Суда. Это верно. Я отправляюсь уничтожать Трангриц. Борджия нива. Секунгу но докурицу дичику кенсетсу какьяк ште моратта. Я согласен с планом Борджии. Он поможет нам создать независимую нацию. Масака ано ёжин букай Борджия сама га. Чоксетсу анта то ау то а омуанакатта кедо. С такой... Как это перевести правильно? Блин, господин переводчик, что за херню ты пишешь? Это слишком сложно. Понять человека, который не знает литературных слов. С такой осторожностью его превосходительство Борджия. Я удивлена, что он согласился, чтобы мы с тобой встретились с таким человеком, как ты. Он очень напуган насчет состояния Айслера. Без него, без его смерти мы не сможем спать спокойно ночью. Я не особо бываю полезен в обычно, но в такие времена, как эти, ты можешь использовать меня. А я знала, что ты такой именно человек. Вот поэтому я и представила тебя его представительство Борджии. Но я все еще хочу задать тебе вопрос. Сможешь ли ты это сделать в одиночку? Где есть воля, там есть путь. Как только Айслер умрет, Борджия не будет доставлять никаких проблем больше. Как только Максимилиан умрет, Борджия кое-кого повысит по службе до главного генерала и продолжит его конфликт. Империя больше не имеет ничего. Как только он продвинет по службе какого-то бесполезного командира, эта война... разовьется с новой силой, и для нас это будет хорошо. Более того, я возьму всю вину за эти действия. Дахау должен
должен продолжать свое дело, чтобы стать символом дарксанской мечты. Борджиа согласился на мой запрос. Он оставит все на Дахау с этого момента. Я могу идти умирать в мире. Наконец-то! Ты действительно готов к смерти? Если это будет значить, что мечта будет, эта мечта будет осуществима, значит моя жизнь ничего не значит. Отряд уже знает, о чем я думаю. В этот раз я принесу, ну, приведу таких людей, кто верят так же, как и я. Получается, это последний раз, когда я тебя вижу, твое наглое лицо. Тогда здесь для меня больше нет работы. Мне нужно отправляться назад и отрапортовать его превосходительстве. А ты можешь не возвращаться. О чем ты вообще говоришь? Ложись, Лидия! Умри! Откуда ты? Эй, что происходит? Почему он пытался убить меня? Это, возможно, убийца, посланный Борджиа. Это просто невозможно! Я никогда не предавал его превосходительству Борджиа. Это было всего лишь прикрытие. Не было ли это причиной, почему ты была здесь, доверяя приказы на нас, ну, доверяя нам эти приказы? Даже если ты не рассказывал никаких истин насчет Игдизма, он должно быть разочарован в тебе, ну или как-то так. Это... Я же отдала всю свою жизнь его присоединиться Борджиа. А не думаешь ли ты, что ты стала просто помехой на его пути? Тогда какого хрена ты меня спас? Это не было спасение тебя. Это все только потому, что ты все еще полезна. Ты что ты делаешь? Ты можешь умереть за меня, или же я просто убью тебя прямо здесь и сейчас. Выбирай. Что ты сказал? Все равно ты умрешь. Почему бы тебе не выбрать путь, который поможет моему успеху? Классный смех. Так ты все, в конце концов, был придурком. В первый раз, когда я вижу тебя с таким лицом. Спасибо за твою похвалу. Что за фарс? Мне не нравится работать с вами, ребята, день ото дня. Или... разговаривать о ваших мечтах. Я никогда не могла подумать, что я встречусь с такой судьбой, как ты. Но если бы я была тобой, возможно, я бы поступила точно так же, как и ты. А ты мне нравишься даже более, чем прежний ты, маленький придурок. О чем ты еще думаешь? Опусти пушку. Ты мне еще не ответила. Ты что, хочешь, чтобы я тут умерла? В любом случае, здесь есть еще одна опция. Почему бы тебе не выбрать? Мы отправляемся. Приготовься. Мой танк всегда готов.
Куда мы идем? Соно джужунса. Энги же най даро на. Ты такая послушная, ты что, блефуешь? Энги ка дока. Има кара таместе миру. Блеф или нет, ты узнаешь, как только увидишь, правильно? Ида. Я думаю. Думаю, что так. Какие вообще жесть, они действия попёрли с этой Лидией. Что за хрень? Опа. Heart toward the future. Сердце прямо в будущее. Священная... Священная радость. Давайте посмотрим этот видеоролик. У нас сегодня серия видеороликов. Наверное. Эй! А, ну да. Это она тренируется. А ты не изменила, Симка. А, мой стиль жизни — это не то, что так легко можно изменить за ночь. Я действительно надеюсь, что ты найдешь новую цель в жизни. Я все еще не нашла ее. Ну, за одну ночь сама сказала, не изменишься, ну и цель не найдешь. А, но это не должно быть таким уж и плохим решением. Это позволяет мне сконцентрироваться на сражении, в котором мы сражаемся в настоящем. Возможно. Но я не думаю, что я пойду с Куртом в загробный мир. Я рад, что хоть как-то изменил твое представление о жизни. Но я не могу гарантировать это. Мне не нужны твои гарантии более. Ты уже... оставила в прошлом свою месть. Ты теперь можешь думать только о себе и... жить для себя. И найдешь ответы самостоятельно также. Для себя. Ты очень много вещей пропустила в прошлом. Не будьте связанная по рукам и ногам со своим прошлым. Ты можешь изменить свою жизнь сейчас. Я попытаюсь. Может, попытайся. Курт, ты меня искал? Ничего серьезного, я просто хотел дать тебе это. Что это, клевер? Четырехлистный клевер? Это что-то, что я недавно нашел. Не так ли он пахнет хорошо, а? Я впервые вижу клевер, я не думала, что я смогу видеть вообще такое в своей жизни. Я же сказал, что ты должна быть просто по уши в удаче. Четырехлистный клевер — это то, что лучше всего подходит для таких дел. Ты знаешь, это нонсенс, но... Ты счастлива? Курт, ты наконец-то понимаешь значение счастья. Хотя бы чуть-чуть, да? Когда я решил дать этот подарок тебе, я был счастлив. Это немного раздражает. Курт всегда говорит такие вещи, которые заставляют людей стесняться. Я просто выражаю свои чувства. Я думаю, мне стоит привыкнуть к этому. Ок. Так. Blessed happiness. Поехали. Имперский дредноут уже пробился в рангрид. Какого черта... И как мы вообще сможем сражаться с этим монстром? Можем ли мы подождать шанса остановить его атаку и атаковать его? Курт, могу ли я тебя потревожить немного? Пожалуйста, войдите. Мне очень жаль беспокоить тебя. Ты взволнована? Да, ты видел это, не так ли? Этот взрыв в Хирландийской крепости. Это то, что обычный человек не может сделать. Я уверен, что это взрыв был спровоцирован силой Валькирии. Действительно ли у меня есть такая же сила тысяч жизней в секунду? Я не знаю, когда, я не знаю, где,
я могу закончить так же, как и она. Я ошибалась. Этот мир не является раем для меня. Рела. Хорошая удача — это никогда... Это не то, чего я заслуживаю. Ты ошибаешься. У всех есть шанс преследовать счастье. Ты просто пытаешься утешить меня. Что? Однажды я стану такой же, как и она, и унесу жизни тысячи или десятков тысяч. Я не хочу, чтобы много людей страдало из-за моей неудачи. Очень тяжко жить каждый день и беспокоясь об этом. Это раздражает. Риэлла. Обожаю, она сейчас заплачет. Я не позволю страдать тебе от этой неудачи, там, не знаю, проклятия, Курт. Это твой дом, твое счастье, прямо здесь. Поэтому тебе не нужно пока покидать это место. Мое счастье. Я не позволю тебе чувствовать страх более. Риэлла, верь в меня. Ты должна верить в меня. Остаться на моей стороне всегда с улыбкой. Курт. Успокоилась? Мне очень жаль, но это невозможно. Чего? Ты хочешь, чтобы я улыбалась, но... Она просто... У меня не выходит эта улыбка. Прям как у Шварценеггера, что ли, в Терминаторе втором. Я так счастлива, я не могу даже смеяться. Ой, улыбаться. Тогда успокойся, ты обязательно получишь свое счастье. Все, а теперь... Кыш, нам надо работать над планом. Как остановить этого хренового дредноута? Так, Гусурка, отправляемся. Посмотрим, что они будут делать. Мой отряд отправляется прямо в Ранглиц. Сейчас. Как только мы попадем в пригород, мы позволим радиаторам и Хитне выйти из контроля и взорвать город. Следуя за ситуацией, мы можем быть атакованы с двух сторон. От галлийцев и от имперцев. Но я верю, что все, кто стоит здесь сейчас, против всех трудностей, завершат эту миссию. Нам не нужна легкая жизнь. Это все ради сражения капитана Дахау за независимость. Это верно. Conviction. Блин, знакомое слово. Секундочку. Убеждение. О боже мой. Это верно. Убеждение и сила в наших сердцах ведет нас сегодня. Это за наше будущее, Дарксансов. Мы изменим целый мир. Гузург. Зик, я знаю, что ты хочешь пойти сейчас и все рассказать Дахау. Я верю, что капитан Дахау выбрал правильную дорогу и продолжает сражаться с ним. Это правильный путь. Но я понимаю, что Гусург чувствует и о чем думает сейчас. Если он преуспеет, тогда наша мечта независимости сделает большой шаг вперед к становлению реальностью. Дарксансы слишком много времени были ущемлены. Мы не можем позволить этой возможности просто пройти мимо нас. Однако я уже пообещал следовать за капитаном Дахау. Зик, до тех пор, пока ты веришь в это, в твоем сердце, все в порядке. Ты все еще молод. Тебе нужно поддержать капитана Дахау и вместе прорубать с ним дорогу к независимости. Что? Но это немного раздражает. Трагический вид дает... заставляет меня чувствовать немного странно. Это новость для меня. Если ты капитан, почему ты действуешь... Почему ты не действуешь, как онный? Даже если ты просто делаешь храброе лицо после
после того, как используешь мою артиллерию. Что? Я не тот тип человека, который действует, о чем он думает. Ну, ладно, тогда когда ты мне позволишь увидеть твою другую сторону? Возможно, в следующий раз. Не думаю, что это потому, что у тебя есть артиллерийская поддержка. Ты можешь быть таким беспечным. Когда вы вдвоем стали такими близкими, я не могу сказать точно. Зиг, спасибо тебе. Я очень благодарен за то, что ты пришел увидеться со мной. Так точно, желаю вам удачи. Выдвигаемся на Рангриц. А мы вас так оп и перехватим. Как вам наш план безыменных? А, точнее уже не безыменных. А кто мы? 422 отряд, по идее, да, уже тогда можно нас называть. Так, мы собираемся достичь Рангрица. Все, поспешим. Курт, здесь сообщение есть от Галлийского разведывательного агентства. Они обнаружили большущий вражеский танк и вражеских солдат, которые отправляются в Рангриц. Большой танк? Только не говори мне, что это. Ты прав, это бесценные вороны. Капитан Дахау, или же это... Если они продолжат, тогда ополчение, сражающееся в городе, будет под ударом двух сил одновременно. Предупреди отряд, мы меняем наши планы. Наша новая цель — это бедственные вороны. После того, как мы победим их, мы отправимся на помощь к нашим в Рангриц. Вот какие у нас планы ништяковые. Так, давай, я предвкушаю. Докладываю, здесь есть отряд, который двигается в нашем направлении. Похоже, это безыменное. Курт, я не думал, что ты здесь. Безыменные двигаются быстро, мы не можем их обогнать. Я устраню безыменных. Лидия? То есть я их задержу. Нет времени спорить. Поспеши. Лидия. Что? Спасибо. Что ты должен... что ты... должен был сказать? Это было... время для вас, чтобы умереть за меня, придурок. Прости. Все те, кто ненавидит безыменных, оставайтесь позади. Позвольте им знать, что мы можем им противопоставить. Ну, поехали. Разберемся с вами. По-черному. Все получается, два отряда вперед идет, а мы один бьем, да? Так, эти там с галлийским ополчением бьются. Да. Начинаем разговор. Пожалуй, сохранимся на втором слоте, ну чисто на всякий случай. Так много текста пропущено. Победите Лидию. Что, и все? В зоне пятой. Надеюсь, она не будет стоять на базе и постоянно делать приказ, как это делал Гусурк, типа «Всем защищаться, получите буст к защите!» Поехали. Что, опять знакомые локации? Ну, конечно. Ничего не меняется. Так, прорываемся сюда, потом быстренько туда и в пятую локацию, ясно? Танк для прикрытия. Фредерика пусть стоит тоже на прикрытии. Ариэлла... вот сюда. Кстати, четвертая зона у нас есть. Можно отсюда быстренько на пятую попасть. А? Риэла, что скажешь? Сбегаешь по-быстрому? Мы тебе тут имку дадим еще. Чтоб, если там техникам, мы тебе поможем. И Феликса. На базе пусть дает потусуется. Поехали. Завершим эту миссию и, наверное, закончим серию, ибо мне надо идти скоро уже. По делам. Да, если честно, я потихоньку начинаю уставать. Записывать по 3-4 серии в день как-то утомительно, как вы понимаете. Учитывая, что каждая серия по часу идет. Так, мы обязательно победим. Шаблонная фраза от Риэлы. Которым я абсолютно не удивляюсь. Поехали. Безыменная. Я знаю, что вы сильны.
Но не думайте, что сможете легко меня вынести. До тех пор, пока человек может чувствовать смерть, они не смогут ничего сделать. Неважно, насколько они сильны. Он не превзойдет нас. Смотри, Гусурк. Это было мое решение, и сегодня я докажу тебе, что я была права. Попытайся. Одно СП дали, отлично. Че так мало-то? Хорош! Чувствую, нам сейчас эти СП пригодятся. Смотрите, какая жесть. Дичь! Какая же дичь с ними тут происходит, а? Три хреновых выстрела в движок. Вот это танк! Защищены они просто охренительно как. Прекратите свою стрельбу. Дайте мне вынести танк, чтобы он не бесил. Далее, надо как-то вышку, наверное, сверху вынести. Но все равно будет смотреть на меня. Сначала танк. Готово. Три выстрела понадобилось. Да хрена. Так. До кустов не добежал, ну ладно. Дай-ка подумать. Так, можно залезть и там слезть по-быстренькому, да? Там у нас база, которую можно быстро захватить. Давай попробуем. Давай попробуем. Чисто попробуем. Так, вперед. Можем ли мы там спуститься? Черт! А если гранатка? Сломает ли это? Отлично! Вперед! А ты не можешь подвинуться немножко? Стоп, или здесь не спуститься? Только не говорите мне, что здесь не спуститься никак. А, лестница не тут. Секундочку, ошибка произошла. О, привет. Секунду, опять же звонок, как я люблю. Как я не люблю, когда мне звонят, тем более, когда мне говорят, что мне надо уходить. Поэтому, блин, ребята, извините, но серию придется закончить вот так вот внезапно. Так что, на этом все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Продолжим, может, в следующий раз. Так что, извините за такую короткую серию, но мне действительно надо бежать. Ладно, всем удачи и всем пока.